О, смотри, какая акула, блин. Оп-оп-оп, давай я тебя съем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, нафиг. Да ну, она меня укусила, и она меня убила. Ладно. Дуда плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в Hungry Shark Evolution. Про нашу акулу, которая эволюционирует и становится большой. Так, вот у нас акулка. Сейчас мы будем кушать рыбок. Вот таких вот. У нас, кстати, есть задание каждый раз. Миссии, то есть. А, знаешь что, мы сейчас сюда зайдем. О, и здесь будем кушать. Вот, золотые дельфины, быстрее. Вот этих надо кушать. Да ё-моё, пингвинчики, давайте. Вы же золотые. Вас нужно кушать и зарабатывать золото. Давай, давай, быстрее. Вот еще, смотри. Золотая мания. Все, поехали. Вот, рыбки. Вот, быстрее. Вот, внизу. Максимально больше рыбок. Вот, люди. Так, а ну-ка, вы что, плаваете? Ты давай, рыбка, не это самое. Быстрее, немножко, поторопись. Рыбка медленно плавает, наша акулка. Она бывает тормозит, бывает останавливается. Ну, а что делать? Давай, где золотая мания? Давай, давай. Ну, встала и стоит, смотри. Так, тут... А где золотая мания? Давай. Во. Вот, золотая мания. Вот, вниз спускаемся. Вот, кушаем. Нормально. Давай. Туда иди. Вперед. Ну. Давай, вон, наверх. Так, хорошо. Сколько у нас вообще денег сейчас? Не видно? 2000 монет. Офигеть, 2000 монет. Это хорошо. Вон, дядька, иди так. Ты чё, вон, иди. Вон, дядька, сиди. Давай, съешь ее. Время увеличено. Давай. У нас минутка есть еще. О, всё, какую-то закуску мы нашли. Так, а ну-ка, если вниз спуститься, что там у нас внизу? А, рыбки всякие. Вон, человечки летают, бегают. Давай, вот это скушаем. Холодная закуска. Вниз спускаемся. Так, тут ничего интересного нету. Давай. Ох, нифига, что-то это бомба такая. Не, мы лучше наверху где-нибудь поплаваем. Вот, покушаем здесь. А, рыбок всяких разных. А вон тоже, смотри, дядьки, тетки сели и не могут выплыть. Ну, мы их спасли, помогли. Помогла наша акулка. О, Титаник был, смотри. Мужик сидит в воде, а женщина сидит и кушает вкусняшки. Давай, что ты его не ешь? Давай, ешь. Все, спускайся вниз. О, пингвинчик, смотри. Все, давай, пингвинчиков. У нас 30 секунд. А денег мы уже собрали 2200. Ну, это тоже мало. Нам на новую акулу нужно 1500. Да ты чё, дельфин вонючий? Ты чё, а? Подожди. Да, я его съем. Он меня достал. Так, тут никого нету. Давай, чуть-чуть не спустимся. Вот, подожди. Ай. Вот, давай, ешь тут всяких вот. Тоже тут. Подожди, вниз, давай спустимся немножечко. Вот они плавают, эти касатки. Давай, сидим. Вот, еще одно. Ой, все. Все, кончилось время, акула тупорылая. Че так мало денег заработало? Давай, плыви. О, подожди, где-то наверху кто-то кричит. Ты слышишь? Ой, что это такое было? В смысле? Ты видел? Мужик оседлал какую-то тигровую акулу. Кричал там. Я поднялся наверх. И меня просто тупо убили. Офигеть. Подожди. А я ее пока не могу, что ли, акулу? Маку эту. Играть. Так, ладно. Какие у нас миссии сегодня? Черепашечьи шейки. Надо будет съесть 4 черепах. Хорошо. Супер миссия. Завершить оставшиеся миссии, чтобы открыть что-то там открыть. Хорошо, нам нужно черепашечьи шейки только съесть. И больше ничего не надо. Ладно. Ищем. Ищем черепашечьи шейки. Шейки черепашечьи, они находятся в другой части острова. О! Так, а ну-ка. Посмотрим здесь. Здесь должно быть у нас сундук лежать. Не знаю, сейчас проверим. Я не помню, в этом месте или нет. Сейчас.
Сейчас поедим здесь немножечко. А, смотри, вот смотри, есть вниз. И налево. Кажется, здесь. Сундук стоял. Вот, ребята, смотри. Сундук. Все, зарабатываем. Заберем 200. Спасибо, спасибо. Забираем, забираем. Все, мы забрали. Нормально. Так, рыбка, ты здесь не плавай. Черепашечьи шейки. Хорошо. Отправляемся тогда к черепашечным шейкам. Это нам нужно в ту сторону плыть. Так, крабика сейчас сидим. Он золотой, кстати, был. Прикольно. Так, вот, смотри, вот, вот здесь рыбок этих сидим. А черепашки где-то здесь. Сейчас вниз. Где-то здесь были черепахи. О, нифига, смотри, аквалангист был. Золотой. Оп, крабики. Спасибо. Нам денежки как раз нужны. Нам нужно здесь шейки поесть. Черепашечи. Так, не спускаемся. Здесь посмотрим, что у нас за проход такой. О, вау, вау, вау. Тихо, тихо, тихо. Хватит меня есть, ребята. Ой. Смотри, сколько здесь мин. А, травма от давления. Дай, отстаньте от меня. У меня травма от давления. Мне нужно куда-то... Ух ты. Тут тупик, смотри, в натуре. А что ж мне делать-то, а? Сейчас этого гигантского краба съем. Так, все. А, да хватит меня грызть уже. Алло. Вот, все, я тебя съел. Дальше идем. Так, а ну-ка. Мы здесь, получается, не можем, да, никуда проехать. Ай-яй-яй. Укусила. Так, а что ж делать? А, вот здесь наверх. Все, понял. Ух ты, блин, один укус и две попытки. Ладно, нас съели. Нас съели. Особые акулы. Так, нет, не надо нам особых акул. Играть дальше. Нет, да-да-да, играть. Сейчас попробуем не там плыть, а вот сверху. Угу. Зачем нам под низом там плавать, если мы можем... О, пеликанчик. Есть, спасибо. Так, а здесь людишки. Опа, есть, скушали. Давай, 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 плывем вниз. Сейчас мы... Либо... А, нет, вот здесь, в принципе. Сейчас мы заплывем сюда. И здесь мина. Смотри. Аккуратненько. И где-то здесь должны быть вот черепашки быть. Сейчас мы поплывем. Во, черепашки. Вот, 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 черепашка. Есть. Нам нужно 4 черепахи съесть. Опа, съели кого-то. Вот, смотрите, дядечка был, сидел. Тоже мы его съели. А, ну, в принципе, смотри, все. Ну, крабиков. Крабиков я не могу съесть. Они что-то не очень хотят со мной дружить. А где у нас этот самый? О, тетечка, давай, давай, поворачивайся. Давай. Есть. Есть, съел. Так, съешьте 3 человек. Это что, я получил, что ли? Нет, мне нужно еще съесть, подожди. Черепашечьи шейки. О, мне нужно еще 3 черепахи съесть. Еще 3 черепахи, и я прошел миссию. Так, мины, аккуратно мины написано. Так, аккуратненько. Где у нас черепашки? О! Ух ты, ё-моё, золотая мания, и здесь эти чуваки. Мне нужны черепахи. Где черепахи? Так, все, съели. Может быть, здесь черепахи ходят, нет? Так, давай, акула, кушай. Вот этих тоже. Всех крабиков съедим. А, смотри, здесь тоже, смотри, есть выход. Сейчас посмотрим. О, нифига какая-то. Да ты отвали от меня! Так, гадина. Все, я сел. Сейчас поднимемся наверх потихонечку. Где-то черепахи, наверное, здесь еще должны быть. Ух ты. Пизанская башня. Ладно, взяли. Здесь у нас что? Здесь у нас ничего интересного нету? Где черепахи? Алло. Ух ты, смотри. Блин, давай-давай, иди ко мне, иди ко мне. Ай. Ладно. Корабль какой-то. А ну-ка, может здесь кто-нибудь будет стоять? Нет, не, никого нету. Ладно.
Давай вниз, вниз, давайте. Ищем черепах. Нам нужно черепахи. О, черепаха, черепаха, алло. Есть. Съели. Еще нужно две черепахи съесть, и я выполню миссию. Может быть, здесь они плавают. Вот рыбки какие-то. Так, что у нас здесь? О, чувак какой-то, пеликанчики. О, тебя я съем. Так. Этих я не догоню. Вот, давай, 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 давай. Что за лодка здесь катается, а? В смысле, алё? Тут какая-то вон огромная лодка. Аквалангист. Ай, вы чё у меня? Ловите, что ли? Давай, давай, давай. Вот еще, вот еще. Вот еще золотые рыбки. Вот она. Хоп, есть, готово. Угу. Черепах, я смотрю, здесь не особо много. Я даже не знаю, где их ловить здесь, этих черепах. О, смотри, какая акула. Блин. Оп, оп, оп. Давай я тебя съем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, нафиг. Да ну. Она меня укусила, и она меня убила. Ладно. Не получилось на сегодня. Хорошо. О, в смысле? Акула Мако? Мы открыли ее? Купить? Акула Мако. Известна своей ловкостью, быстрее и сильнее рифовой акулы. Ей по зубам более агрессивная добыча. Максимальная глубина 300 метров, максимальный размер 4,6 метров. Почти что 5 метров. Максимальное здоровье 110. И кого ест? Глубоководных всяких рыб некрасивых. Да, акула мака. Прикольно, прикольно. Вот у нас. Играем. Вот у нас есть. Мы открыли акулу Мако. Как-то неожиданно, я думал, мы не откроем сегодня, а мы открыли. Ох, какая рыбка красивая, смотри. Так, вот смотри, мы можем глубоко... Ай, ты, отвали от меня. Они меня все кусают, смотри. На тебе, съел. Акулка, она... А, интересно, она этих не может пока есть. А это... Нет, тоже иглобрюхую мы не можем есть. Смотри, видишь, она... Какая... Какие иглы у нее? А, нет, не можем. Не можем пока. Рыбка еще маленькая, потому что... А хотя... Ах, нет, видишь, она успевает свои выставить. Выставить свои вот эти вот штуки. О, смотри, как мы скушали нормально. Сразу у нас здоровье так увеличилось, хорошо. Вот такая вот у нас, ребята, акула Маку, да? Глубоководная акула. Ну, в принципе, неплохо. Будем играть за акулу Маку. Так что, так вот. Ну что ж, будем заканчивать на этом серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, пишите, в какие игры еще поиграть и понравилось ли вам этот выпуск. Всем пока-пока.